Ну ты чё, парень, а? Ты чё, потух? Иногда нужно взять быка за рога и не упустить шанса. Тебе не помешает прочистить мозги. Ну ты мама даешь. Давайте поприветствуем наших финалисток. Люди, позади кто может? Мы все умрем! Рыба мои, сейчас здесь все взлетит на воздух! Так, стоп. Виски, клофелищица, петарды, лодка. Твою мать, что снять? Все, эти бабы меня порвут. Что делаем, когда корабль... А вы это, финалистки, да? Так, да. Юлия. Дурил, короче. Даша. Стерва, короче. И Леночка. Мымра, короче. Так это и есть фуна. Да? А я этот, гвоздь программы. Я здесь главный. Никаких режиссеров, никаких продюсерских сценариев. Лена, Юля и Даша будут бороться за главный приз конкурса. А самый необитаемый остров в мире нам в этом поможет. Девчонки, вас не смущает, что он в кокос говорит? Ром, а нас когда покормят? Хрупкие создания. Даже не подозревают о том, что строят сами себе мышеловки. Ты получаешь 5 баллов и супербонус от ведущего. Сегодня я буду спать с тобой в твоем новом доме. Хотелось бы получить у санэпидемстанции заключение о том, что вода пригодна для употребления. Сидите тут, ждите, пока вам Нептун воду вернет. А Нептун — это кто-то из продюсеров? Ой, Даш, хорошо выглядишь. Нашла какую-то токсичную креветку на мазные губы. А если не позориться с кокосами, а просто стриптиз танцевать? А я камеру не поврежу? На этой пальме только кокос. Аппетитные кокосы. Мне кажется, что наш ведущий в меня влюбился. Остров, три тёлки, мое обаяние. Я никогда не был так богат! Блин, а в том кино за 5 секунд разжигал. Вы хотите отсюда выбраться? А, выиграть? Или нет? Где моя корона? А походу, вообще никто не ищет. Но зато мы поймем, кто из нас самые красивые. Нет!